Здравствуйте! В эфире национального телевидения «Чуваши» информационная программа «Республика». В студии Юлия Важенина. Смотрите сегодня. Найди свой округ. Как не запутаться в кандидатах? Вместо цветов – медицинское оборудование. Ученики второй чебоксарской школы провели благотворительную акцию. Спорт доступен всем. В Чебоксарах завершилась Всероссийская спартакиада инвалидов. В Урмарском районе открылись новые социальные объекты. Накануне здесь отметили новоселье 60 семей. Большинство из них раньше проживали в аварийных бараках. Ключи им вручали в торжественной обстановке. С праздником жителей поселка поздравил и временно исполняющий обязанности главы Чувашии Михаил Игнатьев. Проблему аварийного жилья в Урмарском районе планируют решить полностью уже в следующем году. Сейчас в очереди на получение нового жилья стоят более 100 человек. В этот дом переселяются семьи сразу из 12 бараков. И остается у нас реализация третьего этапа, которая уже началась у нас. Завершение предусмотрено на 2016 год. Будем переселять из 41 семьи. В количестве 112 человек. В 2015 году нас запланировано предоставить жилье четырем детям-сиротам. Строительство этого дома завершили раньше намеченного срока. Возводить его начали осенью прошлого года. За это время подрядчики успели благоустроить прилегающие дворы и проложить к домам новую дорогу. Вообще, отметил Михаил Игнатьев, облик поселка улучшается с каждым годом. Но очевидно то, что вы видите, государственная программа переселения жителей в аварийных домах выполняется эффективно. Президент России Владимир Владимирович Путин поставил перед нами четкие задачи. Получаем определенные средства. На один выделенный бюджетный рубль с федерального центра мы выделяем совместно с муниципалитетами еще один рубль. Ключи от квартир – самый заветный подарок, признаются новоселы. Многие из них проживали в бараках не один десяток лет. Там, конечно, было тяжело жить, крыша протекала, условий никаких не было. А сейчас нам дали новую квартиру. Мы, конечно, очень долго ждали, очень рады. Квартиры очень светлые, красивые, удобные. Воду брали из колодца, а удобства были на улице. Центрального отопления не было. Кто как мог, так и топил. Печку топили, там электричеством обогревались. А Лариса Павлова пригласила руководителя региона к себе домой. В новой квартире уже поклеены обои, установлена газовая печь и система индивидуального отопления жилья. В этой квартире, в этом доме будет прекрасная жизнь. Спасибо большое. Пожелание вот такое. В Челкосинской школе завершился ремонт спортивного зала. Строители заменили старые окна и полы, покрасили стены, обновили инвентарь. Раньше, вспоминают ученики, здесь было холодно, а после обильных осадков протекала крыша. В новом спортзале свои тренировки уже проводят дзюдоисты. Ученики школы не раз одерживали победы на престижных турнирах. Последние мои соревнования были в Армавире. Это была спартакиада школьников России. Ну, я стала второй на ней. Ну, было сложно пробиться, потому что из всех округов были самые сильные. Средства из бюджета школе выделяют уже не первый год. Недавно здесь модернизировали столовую и отремонтировали все оконные блоки. В рамках программы «Доступная среда» здесь обустроили пандусы и учебные места для детей-инвалидов. Дмитрий Ковалев, Александр Петров, Республика. Ознакомился Михаил Игнатьев и с ходом уборочных работ на полях хозяйства Геннадия Ямукова. В этом хозяйстве уже не первый год делают ставку на элитные семена картофеля. Нынешним летом второй хлеб засеяли на площади в 200 гектаров. Урожай оправдал все ожидания фермера. С одного гектара собирают порядка 500 центнеров. Причем многие клубни в два раза превышают размер человеческого кулака. Фермер говорит, что в этом году на урожайность повлияли не только дожди. Поля орошали специальные катушечные установки. Вопросы с хранением овощей здесь решили в прошлом году. В хозяйстве возвели новое картофелехранилище с климат-контролем. На его строительство было направлено более 10 миллионов рублей. Причем треть от стоимости объекта фермеру возместили за счет государственной поддержки. В этом году, уверен Геннадий Ямуков, хозяйство получит неплохую прибыль. Пока вот этот сорт галы, пока проблема с реализацией вообще не возникала. Она, скрывать не буду, по 8,50 она уходит. В Москву, Самару, в Казань, еще другие города забирают. Это уже не первый год сажают этот сорт, да? Этот сорт я второй год. Ну, как бы вот это я понял, что это как бы самый такой востребованный сорт. То, что сегодня мы увидим, это современная технология,
Вот немцы, говорит, приехали, начали, говорит, завидовать, что у них рынок закрывается, они же нам санкции предъявляют. А здесь практически урожай хороший, люди довольны, работают и ветераны. Для уборки картофеля в хозяйстве привлекают местное население. Каждый день они зарабатывают от 700 до 1000 рублей. Михаил Игнатьев поговорил с сельчанами. Многие вновь жаловались на низкие закупочные цены на молоко и на диктат сборщиков. Михаил Игнатьев посоветовал заключать с ними договоры, чтобы отстаивать свои права. Только так возможно избавиться от недобросовестных перекупщиков. Сегодня в Чувашию прибыл начальник Приволжского регионального центра МЧС России Игорь Паньшин. В начале дня он встретился с временно исполняющим обязанности главы Чувашии Михаилом Игнатьевым. Михаил Игнатьев и Игорь Паньшин обсудили вопросы защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. В Чувашии службы и ведомства находятся в полной боевой готовности. Работа по профилактике ЧС ведется постоянно. Начальник Приволжского регионального центра МЧС России отметил, что Чувашская республика находится на передовых позициях. По уровню обеспечения безопасности пожарная обстановка в регионе остается одной из самых стабильных в России. Я хочу сказать, что республика уже на протяжении всех лет, которые 7 лет возглавляет региональный центр, всегда находится на передовых позициях. Республика всегда на слуху, она всегда идет впереди. То, что для вас наша работа не нова, мобилизовать население вот подворовые обходы, чтобы они понимали, что шутманы небесные откуда сверху не упадет. Генерал-полковник Паньшин прибыл в республику не только для того, чтобы обсудить вопросы безопасности. Он принял участие в церемонии вручения личного знамени МЧС России по Чувашии. Знамя издавна считается символом чести, доблести и славы. Оно вдохновляло людей на подвиги, а его потеря была величайшим позором. У каждого знамени уникальная геральдика, которая наделяет его особым смыслом. На лицевой стороне полотнища в центре главная фигура государственного герба Российской Федерации. Двуглавый орел золотистого цвета, поднявший вверх распущенные крылья. На оборотной стороне полотнища знамени размещена эмблема главного управления, представляющая изображение серебряного двуглавого орла с опущенными крыльями, увенчанного короной. Орел держит в лапах щит с эмблемой древа жизни, выполненный на основе древнечувашского рунического письма. Щит венчает эмблема «Три солнца». Привез знамя в Чувашию и вручил его личному составу начальник Приволжского регионального центра МЧС России генерал-полковник Игорь Владимирович Паньшин. Не сомневаюсь, что сегодняшнее вручение знамени станет не только знаменательным событием в истории Главного управления МЧС России по Чувашской республике, но и будет способствовать успешному самоотверженному труду военнослужащих и сотрудников во имя благополучия нашей страны. Поздравляю всех присутствующих с этим знаменательным событием и желаю здоровья, бодрости и успехов в нелегком ратном труде на благо нашего Отечества. В этом году МЧС России отмечает свое 25-летие. Несомненно, сегодняшнее событие – заслуженный подарок для управления МЧС по Чувашии. Сегодня в Чебоксарах начал работу Центр сертификации, стандартизации и испытаний Чувашии. Подобный центр позволит снизить расходы на проведение испытаний и сертификации своей продукции предприятиям республики. До этого дня, чтобы стать поставщиком крупнейших энергоснабжающих предприятий страны, чувашские компании вынуждены были вывозить оборудование на испытания в Москву, Санкт-Петербург, а в ряде случаев и за пределы России. Этот центр, он как бы независимый, он не является там собственностью какого-то отдельного предприятия. Этот центр построен, ну, кластером предприятий электротехнической промышленности Чувашии. Соответственно, мы его будем признавать, все испытания и измерения, которые будут здесь происходить, независимые, будем признавать их уже как к зачету, так скажем. Центр планируется аккредитовать таким образом, чтобы результаты его испытаний признавались всеми субъектами энергетической системы страны, а в перспективе и в зарубежных странах. Чувашия стала одним из первых регионов, который взялся за создание испытательного центра, призванного снизить издержки малых и средних предприятий. На оснащение центра на первом этапе затрачено более 100 миллионов рублей. Средства пришли из федерального бюджета. Закупку оборудования планируется продолжить и в последующем для того, чтобы проводить на базе центра весь комплекс испытаний электротехнического оборудования. В 2015 году по заявке Чувашской республики на дооснащение центра планируется направить еще 250 миллионов.
В ближайшие выходные Новочебоксарск отмечает День города. Всю неделю там проходят праздничные мероприятия. Сегодня в Новочебоксарске прошел третий республиканский слет Совета отцов. Поздравить жителей с Днем города приехал известный поэт-песенник, народный артист России Илья Резник. Подробности в следующем сюжете. Отцы с большой буквы собрались сегодня в одном зале. Врачи и педагоги, слесари и повара, строители и водители. Всех их объединяет одно – любовь к своим детям и верность семье. Временно исполняющий обязанности главы Чувашии Михаил Игнатьев сам растит двоих детей и считает, что основное воспитание происходит в семье. Чтобы они всегда любили своих родителей, уважительно и по-дружески, по-товарищески жили с соседями и уважительно относились к нашим ветеранам. Спасибо. Совет отцов создан несколько лет назад. Его отделение есть в 16 районах республики. Организаторы общественного объединения за укрепление института семьи и формирование правильных ценностей с раннего возраста. Особый упор сообщество делает на воспитание детей из неблагополучных семей. Отцы вместе с Советом женщин планируют включить в образовательную программу этику и культуру семейной жизни. Такой предмет уже раньше преподавали в школах. Мы наших будущих пап, мам, отцов, мужей учили, как правильно как выстраивать правильно взаимоотношения. Ну и, конечно, те положительные примеры отцовства, материнства, которые у нас есть сегодня в Чувашской Республике, они тиражируются, и на этих примерах мы сегодня воспитываем подрастающее поколение. Выступление народного артиста Российской Федерации Ильи Резника стало настоящим подарком для гостей слета. Мужчины, вдохновенный клан, стремлений полный сил. Здесь Николаев Андриан, чуваш великий, жил. Михайлов, оперный певец, разил талантом нас. Отрада зрительских сердец, благословенный бас. Игнатьев, выйдя из народа, народу служит своему. Ежедневно родительский подвиг был отмечен подарками и благодарностями. Николай Викторов уже воспитывает дочь, а совсем недавно в семье появился еще и сын. Он стал тысячным новорожденным Новочебоксарска в этом году. Эмоции, конечно, переполняют. Хочется, конечно, быть примером, да, являться примером для своих детей, для дочери, для сына. Своим примером сподвигнуть их на какие-то хорошие поступки, да, хорошие дела. Сохранение семейных ценностей и устоев – залог правильного развития общества. И, как отмечают представители Совета отцов, работа в этом направлении будет продолжена. Татьяна Леонтьева, Олег Якимов, Республика. Две недели остается до единого дня голосования. В республике пройдут выборы главы Чувашии и депутатов органов местного самоуправления. Голосование состоится во всех 317 муниципальных образованиях. Будут избраны 3746 депутатов. На выборах будет работать 28 территориальных избирательных комиссий, которые включают в себя 3800 окружных избиркомов. Центральная избирательная комиссия Чувашии запустила на своем сайте сервис «Найди свой округ». Необходимо выбрать город, район, улицу и дом по прописке. Ресурс покажет избирательный округ, а уже по его номеру можно найти и тех кандидатов, которые претендуют на депутатские мандаты. Кстати, со 2 сентября начинается досрочное голосование. Бюллетени для него уже отпечатаны. В субботу 29 августа они будут переданы избирательным комиссиям. «Доброе рядом» – под таким названием прошла благотворительная акция в средней школе номер 2 города Чебоксары. Цель акции – собрать средства на оборудование для отделения пульмонологии и аллергологии детской республиканской больницы. На первом родительском собрании перед началом учебного года выяснилось, что некоторые ученики не смогут прийти на торжественную линейку по причине болезни. Тогда и возникла идея благотворительной акции «Доброе рядом». Было решено отказаться от пышных букетов, а на сэкономленные средства купить оборудование для детской больницы. Символ акции – роза, перевязанная синей ленточкой. Это символ свежего воздуха, здоровых легких и здорового образа жизни. Мы решили поддержать акцию и подарить учителям только вот такие вот цветочки. Родители выяснили, какое оборудование необходимо пульмонологическому отделению, прибор для измерения пульса у детей. Преподнесенный в подарок пульсоксиметр особенно ценен. Дети увидели, как просто делать добрые дела. Сотрудники отделения настоятельно рекомендовали ребятам беречь здоровье, не прогуливать уроки и учиться на одни пятерки. Екатерина Куприна, Расиль Мухаметов, Республика.
Чебоксарах сотрудники правоохранительных органов пресекли незаконную организацию горного бизнеса. По версии следствия, преступная группа из трех человек создала сеть законспирированных подпольных салонов по улицам Университетской и Богдана Хмельницкого города Чебоксары. Сеть салонов состояла из четырех точек. Вход в игорные заведения был строго ограничен. Сюда могли попасть только постоянные клиенты или те, кто записался по предварительному звонку. В каждой проводили азартные игры. Представители правопорядка провели 13 обысков по месту жительства подозреваемых и свидетелей, а также в незаконных игорных заведениях. Изъято 33 единицы игрового оборудования, в том числе 26 игровых автоматов и 7 покерных столов, а также наборы для игры в покер. А у них велась своя черная бухгалтерия. При этом все бумаги, на которых были зафиксированы какие-либо сведения о незаконно извлеченном доходе в результате этой преступной деятельности, в последующем сжигались. Легенды и мифы совсем рядом. Окунуться в волшебный мир сказочных персонажей может каждый житель Аликовского района. В деревне Нижние Карачуры есть настоящая поляна сказок. Баба-Яга, Домовой, Леший и другие сказочные персонажи встречают нас при подъезде к дому семьи Ануфриевых. 5 лет назад, переехав в деревню, хозяева увлеклись ландшафтным дизайном. И теперь у них дня не проходит без творчества. Утром проснулась, думаю, тайка домик надо сделать с Бабой-Яговой. И позвала ребят. Ребята пришли, домик сделали Бабу-Ягу. Баба-Ягу сама сделала. Вечером всю ночь не спала. Из тряпок сделала Бабу-Ягу, лапти одела, и этот кощичку сделала, метлу дала, Баба-Яга сидит. В дальнейшем еще хотим пруд большой делать, и через пруд этот мостик маленький, красивый, там жених с невестой поставим. Пускай стоят они там. Ануфриева Лида и Иван, пенсионеры, но все-таки же у них энергия хватает всем. Вот для всей деревни, потому что они работают от души и сознанием дела. Лилия, вербены, георгины, флоксы, бархатцы. Куда ни глянешь, здесь всюду цветы. И не просто клумбы, а с декором. Пройдя по вымощенной тропинке, можно оказаться в беседке с настоящей русской печкой, около которой расположился колодец. Не зря говорят, в дом зайдешь, узнаешь, какой хозяин. В деревню приедешь, узнаешь, какие люди здесь проживают. Действительно, вот вы сами, наверное, обратили внимание, здесь по улицам проходить и приятно, чисто, аккуратно. А в самом конце деревни расположена семья Ануфриевых. За 5 лет они умудрились такой сказочный городок построить, куда уже начали приезжать со всех районов, населенных пунктов. Благоустройством своего участка семья Ануфриевых не ограничилась. Они решили обустроить и соседний земельный участок, чтобы красотой могли насладиться все односельчане и гости деревни. Юлия Важенина, Татьяна Раевская, Андрей Спиридонов, Республика. Красота своими руками. Дерево, камень, глина и ткань в руках профессионалов превращается в настоящие произведения искусства. Лучшие из лучших нашей республики соревнуются между собой на ежегодном республиканском конкурсе народных художественных промыслов. Наследие народного искусства, конкурс молодых мастеров и чувашский сувенир. По этим трем направлениям прошло соревнование в этом году. Вот уже более 10 лет мастера художественных промыслов в различных сферах выставляют свои работы. Это и вышивка, и керамика, и резьба по дереву. Здесь потрясающие, так сказать, образцы народных художественных промыслов Чувашской республики. Вы видите, тут люди смотрят, фотографируют. Ну, наверное, любое творчество так развивается. Где-то подсмотреть какие-то идеи, ну, вот, какие-то дальше сделать шаги по развитию. Поэтому вот я очень рад, что у нас в Чувашии вот движение народных художественных промыслов, оно развивается. Оригинальность, оформление, новизна, актуальность и доступная цена изделия. По всем этим критериям жюри оценивало конкурсантов. Вышивкой я занялась уже где-то 6 лет назад, после того, как училась в художественно-графическом факультете. Мне понравилось. Как бы это яркость, цвет сам вышивки, что-то такая старина, история какая-то, древность. Вот эта работа – занавес,
разработала ее сама своим эскизом. 58 участников, 150 изделий и на все про все ровно один месяц. Но настоящие профессионалы своего дела могут смастерить работу даже в рекордные сроки. Например, победителю в номинации «Мастер наследия народного искусства» Ирине Федоровой понадобилось лишь 3 дня. Все конкурсы, они, в общем-то, как-то собирают. То есть вот ты вроде работаешь, да, а на конкурс хочется сделать что-то такое особенное. То есть, ну, то, что раньше не делал. Вот в этом плане оно как бы стимулирует дальнейшее творчество. То есть хочется что-то использовать, какие-то новые вообще техники, то есть вот что-то новое придумать. Вот, и получается вот какой-то результат такой, с которым дальше можно и работать. Организаторы конкурса не собираются останавливаться на достигнутом, а планируют продолжить популяризацию народных художественных промыслов. Так что все желающие могут попробовать свои силы и выставить работы в следующем году. Юлия Важенина, Игорь Зверев, Республика. В Чебоксарах завершилась всероссийская летняя спартакиада инвалидов. Спортивные сооружения Республики приняли более 1500 юных спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Поздравить их с окончанием праздника спорта приехала директор Департамента физической культуры и массового спорта Минспорта России Марина Томилова. Подробности у Екатерины Абрамовой. Спорт – это самое эффективное средство реабилитации для инвалидов, отметил министр спорта республики Сергей Мельников. Сейчас в стране проживает около 13 миллионов людей с ограниченными возможностями здоровья, 53% которых в возрасте до 18 лет систематически занимаются спортом. Каждый из них мог побороться за награды спартакиады и, возможно, открыть для себя дверь в паралимпийское или сурдлимпийское будущее. Мы ищем новые спортивные звездочки, которые есть, безусловно, в каждом регионе. И на протяжении следующих 4 лет, сейчас мы уже говорим о Паралимпийских играх 2020 года, потому что Рио-де-Жанейро уже есть состав сборной России, а это резерв, который, конечно, выстрелит. И я думаю, что уже будет порядка 30%, не меньше, участвовать на следующих Паралимпийских играх. Ну и ближайших Сурдолимпийских игр, которые состоятся в 2017 году в Турции. Соревнования проводились в 4 видах адаптивного спорта по 6 дисциплинам. Чувашию представляли 5 сборных команд с поражением опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. В общекомандном зачете им удалось занять 17-ю строчку рейтинговой таблицы из 49. А тройку призеров возглавили спортсмены Башкортостана, Санкт-Петербурга и лидеры спартакиады – участники из Москвы. Был план занять 1-е место общекомандное, потому что у нас в Москве спорт очень сильно развит. Там не только глухие, но и пода, лин и так далее. Ну и, естественно, результаты дали ожидаемые. Заняли 1-е место и надеюсь, что через 4 года, которые будут там другие ребята, тоже займем общекомандное 1-е место. Летняя спартакиада инвалидов проводится раз в 4 года. И в 2019 году право принимать очередные старты удостоились наши соседи из Республики Мариэл. И уже там могут появиться новые чемпионы и, возможно, новые виды адаптивного спорта. Екатерина Абрамова, Игорь Зверев, Республика. Перспективные технологии, научные разработки, новинки IT-рынка – все это создают люди. Фамилии самых известных в мире основателей интернет-пространства у всех на слуху. Но целая армия компьютерных специалистов остается за кадром. Что это за профессия, где получить нужное IT-образование и как ориентироваться в интернет-пространстве? Об этом наша программа «IT не обойти». Смотрите премьеру очередного выпуска сегодня в 20:40. А я с вами прощаюсь и желаю хороших выходных. До встречи в эфире Национального телевидения «Чувашия».